Приветствую, друзья, на канале Crossout Lovers. Сегодня в видео у нас будет обзор на Корво. Дождались многие обзора на вот этот револьвер, многие просили, но я вообще не хотел на него делать обзор, но тем не менее вы просите, поэтому я сделаю. Итак, у нас сегодня три крафта, вот такой вот малоомный, два корва и 3610 очков мощи. Все. Дальше идет у нас хойерный, оставим его напоследок, потому что с хойерами я не дружу. И вот такой вот крафт, кстати, вот на таком крафте я бы поездил. Давайте попробуем, наверное, конечно же, начнем вот с этого. Ну, здесь, в принципе, ожидаемый, я думаю, будет результат, какой средненький. Но давайте поедем сразу в бой. Ну, даже не знаю, что мне из этих кор вообще выйдет. Как-то в рандоме на них редко довольно-таки кто встречается, но этим оружием классно отбивать. Именно оружие противоположного. Как бы, так, есть, попал по нему, идем дальше. То есть, отбивать пушки у соперников тут только в путь. Кстати, ну, довольно-таки точная такая фигня вот эта. Что это за жизнь такая ездящая, непонятно. Так, ой, добивай. А, ну не хотите, я добью. А, жалко, кстати, вот на револьверах всех нету кнопки перезарядиться, потому что, и чтобы перезарядиться, приходится всю обойму просто высаживать. Так, вот это, конечно, плохо. Мне от толстяка нормально так достанется. Так, уже проще по кабине стрелять. Давай, чувак, добивай. Есть. Ой, извините, excuse me. Так, он там, я вижу, едет. Нет, он стоит, он решил не ехать. По радарам вижу, он стоит. Так, здравствуйте. О-о-о-о, это хана. У меня крафт-то вообще не прочный. Так, вот так вот чисто настреливаете, но по пушкам я не попадаю, это само собой. Так, привет, батяра, аккорд стрелял тебе. Аккорд вообще с первого выстрела отлетел. Ну, это неудивительно даже. Так, тебя надо завалить, батяра. Ох, блин, турелька споткнулся об турельку я. Так, давай, турелька, помогай мне. Бот стоит, не понимает, что ему делать. Он просто... А почему у него пушка не поворачивается, вопрос? У него энергия, что ли, там, генератор какой-то взорвался? Мы уже троих завалили, кстати. Ну, половину мы там подобивали, кого-то там еще коцнули. Так, и вот этого осталось добить. Стоять! Ой, привет, чувак. Блин, но я все-таки МВП-шку получил. Я не видел, что он взрывается. И с первого же боя у нас МВП-шечка. Ну, слушайте, начало неплохое. Погнали дальше. Ну, неплохо, неплохо для начала. Но это малый ом все-таки. Ну, ладно. Допустим, посмотрим, что будет дальше. На малом-то оме, в принципе, катается, ну, многое. Чтобы на малом оме не тащило, я не знаю, что это такое может быть. Так... Сейчас главное на какой-нибудь бота не наехать. А, я накаркал тут, блин, боты, здорово. Да, мне волшебный пендель прописали. Привет, 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 привет. Так, есть один вектор, отстрелил ему. Но вот пушка, конечно, отлетает только в путь. Это именно оружие создано под это. Но я просто фигачу в кабину, не парюсь, вот так вот. Так, давайте, кстати, мы попробуем палач целый отстрелить. Ну-ка. Смотрите, а он уже искрится. Мистер палач, а вас сейчас не будет уже. Ой. Ой, палач отвалился! То есть это оружие чисто вот пушкой отбивать. И еще урон, в принципе, по кабине тоже неплохой. Привет. Так, тебе тоже. А вот сейчас уже плохо, мне один корва остался. Его сейчас отстрелят, движок сзади отстрелили. Все, короче, развалилось. Ай! В смысле? Забавно, я застрял так. Да нафига ты ко мне прешь-то, ботяра? Привет. Смотрите. Ну-ка, а он попадать вообще будет? Нет? Ну-ка. Бот. Капец ты умный, конечно, вообще. Смотрите, бот какой просто... Я не знаю, что. Ты молодец, бот. О! Да зачем ты это сделал? Так было классно, я его хотел грохнуть. Эх, испоганили мне тут все, мистер Бур. Ладно. Не, ну, это было, конечно, максимально забавно. И он тупо стрелял почему-то выше, чем я. У нас база захватывает. Ну, это поражение, к сожалению. Да, он даже не успел доехать. Ну, бот, конечно, там бомбу стрелял. Это да. И у нас третье место по команде. Едем дальше. Ну, слушайте, я ожидал худшего, если честно, от Корва. Мне многие советовали Корва по тесте, но я как-то не знаю.
Мне оно не нравилось. А сейчас как-то на малом оме, конечно, да. Я не буду сравнивать с другими. Сейчас мы дальше поедем уже на нормальном крафте. Поэтому пока преждевременных выводов я не буду делать. Но на малом оме, вот, конечно, отстреливать все эти пушки. Палач с двух очередей отстреливается просто только в путь. Вот, а векторы, да там вообще за три патрона. Так. О, спектр. Ой, вах, вас тут сколько на двух одинаковых крафтах, чувак. Че у меня там стреляете? У меня, конечно, крафт максимально хлипкий. Дай, иди нафиг. Так, нормально, мы его забрали. Союзами у меня уже нету переднего колеса. Добить, добить, есть, добили. А теперь, ох, это что за ходячий кирпич? Мэри, ходячий кирпич, давай. Так, есть, союзами грохнули. Счет как-то все враги-то тут рассыпались. О, знакомый крафт халявный. Даже не знаю, откуда вы его взяли. Кстати, все ли получили новый набор от Мармока? Вчера, позавчера точнее, выходил видосик по получению его, ссылочка была. Сейчас просто дофига кто на этом наборе уже ездит. Так, ну-ка, давайте-ка. Последний где у нас? А! Где? Погодите! Катался, катался, да и никого не грохнул. И у нас пятое место по команде. Ну, допустим, нормально. Давайте теперь возьмем вот такой вот крафт, хуйню оставим напоследок. Итак, давайте его соберем, а потом поедем в бой. Вот он, наш крафтец уже готов. Здесь у нас и кабина поинтереснее, три корва уже стоит, но он уже здесь больше, к сожалению, но не знаю, как кататься. И коры, кстати, хорошо катаются именно на хойрах, но на хойрах я не умею кататься, поэтому оставим напоследок. А так, иногда вижу то, что кто-то катается, и там они все отстреливают, короче, быстро. Так, это ты АФКшер, нет? Пока АФКшер быстрее его фигачит, это парсеры, да, или что это? А, это Кавказы, все, тоже надо фигачить, и Кавказы, и парсеры, ладно, их разберут. Давайте уж поможем союзам, а не будем АФКшеров фигачить. Так, вон я вижу, уже там парсер, да, привет, привет. А нет, это не Ньок, ё-моё, какой нафиг парсер? Куда я опять приперся самый первый-то, а? Флаг мне в руки, ох, нифига! Вот это я приехал, конечно, был целый крафт, а остался огрызок какой-то, да? Классно я зашел, просто бомбически. Так, отстаньте. Как я еще живой, я не знаю. Обычно после таких стычек ты живым не остаешься. Так. Ой. Так, привет, мистер Ягуай. Иди нафиг. Так, настреливаем так по-быстрому по кому-нибудь. Так, по кабине давай. Все, что... Ой, вот это надо валить мне в спину. Сейчас стрелять нормально, так урон будет. Нет, не по мне, видимо. Здорово. Здорово, чувак. А я тебя завалить тоже хочу. Не, я все-таки выжил. На удивление, я выжил. Да, это, конечно, было классно. И у нас шестое место по команде. Ну, здесь я накосячил, полез. Ну, ладно. Погнали дальше. Давайте в этом бою я попробую не косячить, как обычно. Я люблю косячить, в принципе. Ай, да что ж такое? Это уже с самого начала косячим. Да. Так, уже на гром. На гром, кстати, странный крафт вообще. Что это он такое сделал? Вот боковые громы, я и понять не могу, что это такое. Это он решетки так поставил. Я понял тебя, чувак. Все правила красаута. Так, ну, вон я вижу. Ладно, не будем вдаль стрелять. Вот, кстати, минг больше стало. Не знаю, почему. Там набор, что ли, этот какой-то по скидке продавался. Потому что минг больше стало, как и пламя. Сейчас пламя вроде подуспокоились, и все пересели с пламя на мины почему-то. Потому что раньше пламя было дофига.
На! А что такой маленький? У меня там горит уже что-то. Так, от хойра, слушайте, а от хойра отлетают тоже классно. Они просто рассыпаются, смотрите. У тебя там что-то горит, чувак? Есть, все, подорвали. Не, ну хойрастов разбирать этой пушкой офигенно просто. О, базары, привет. О, а вот это до свидания, вот это до свидания. У меня уже один корвый искрится, а второй отлетел. Эх, так. Он еще, ага, вон он, блин. Да что ж такое-то, а что все на меня-то, а? Ну, союза используйте, я его как приманку. Да, вот, приманка ходячая, его используйте, я это так, чисто мимо езжу, ничего не делаю там. Полкрафта чисто разбираю. Так, есть, один отстрелил. Не, ну, кстати, именно по пушкам сложно мне попадать, потому что я именно по пушкам обычно не стреляю, я стреляю сразу в кабину. Так, давай, разбирай. Вот когда стоит чувак, то да, это я попадаю, а вот когда нет... Так, я один отстрелил, второй его затаранил, вот это прикольно! Слушайте, а я думал, корва полная фигня. Нет, смотрите, у меня получается даже что-то сделать. И у нас третье место по команде. Погнали в третий бой на данном крафте. Вот, кстати, сейчас, ну, я, получается, снимаю в обед прошлого дня, когда это уже вышел ролик, то это уже следующий день. Вот, и тут какая-то вот мне пишут постоянно проблема с магазином у многих. У меня с магазином все нормально, по крайней мере, но даже скрины мне скидывали, потому что там в магазине два набора, и все, и ни кросс-кронов, ничего. Это баг, видимо, какой-то новый. То есть не переживайте, перезайти в игру просто надо, и чтобы магазин отобразился как надо, просто надо перезайти, вот, то есть это не переживайте, это, видимо, сейчас у всех распространенная такая фигня, то есть кто столкнулся, просто перезайдите в игру. Так, мы тут пока разговаривали, я тут нашел пламенщика, ох, как классно-то мы к тебе зашли, но только парсер еще испог... О-хо-хо! Вот это я парсер отстрелил, ну классно, слушайте, а вот... Мне как корва начинает нравиться. Хоть я и поначалу не хотел ничего про него снимать, слушайте, я сейчас понимаю, что это достаточно прикольное оружие-то. Так, парсеры просто отлетают, смотрите, все, парсеры, до свидания. Стой, я хочу добить. Я тебя хочу добить, да-дай. Есть. Так, о, из прошлого боя, привет, чувак. А, давно не виделись, как дела? Как жизнь? Нормально, да? Ну, мы тебе ее сейчас испоганим. Блин, он мне все отстрелил. У меня горит уже генератор, ну что ж такое-то, блин, ну было все так прекрасно. Эх, жалко. Так, проиграли. Ну, забавно, конечно. Поначалу там просто все летело, взрывалось, сейчас не получилось. У нас первое место по команде. Слушайте, а мне начинают нравиться. Ну, вот хойры, наверное, все прям испортят для меня. Ну, ладно, давайте соберем крафт, а потом поедем в бой. Ну вот он, наш хайраст готов, самый обыкновенный хайраст, тут ничего такого, сверхъестественного, взял классического, вот, так, ну, не стал, кстати, без брони слишком брать, потому что без брони-то я точно ничего не сделаю, так, Алиса там едет, короче, я понял, здесь мне прилетит, надо, короче, как-нибудь попытаться вот так вот всех боком, что ли, забирать, о, вижу, так, стрельнули, хорошо. А вот это вот, как странно, у меня ракета летела, тут мне там уже в спину фигачит. Так, вижу, а, вот он, это мандрагорщик, Лиза. Мы тебя сейчас... Ой, привет, привет, малыш. Так, мы твоего этого батю сейчас зафигачим. Так, вообще, смотрите, урон, кстати, классно, мне нравится на корова урон, именно с тремя штуками, как-то, ну, две штуки было как-то не особо. Так вот, он мне все фигачит, а что все боты-то попадаются, блин. Так, о, вижу Феникса, тоже истинный такой, это,
джедай, как говорят, на таком оружии катают, которым не у всех. Так, кабину прячем. Да блин, кусок я Лаверса, у меня там генератор стоит. Да вот там не повернуться, здесь не повернуться, там вот меня почему-то и бесит это. Вот, а на хуерном крафте мне нравится, под днище все засунул и не паришься, и всего 4 кнопки. Я вот на хуерах так и не могу нормально научиться играть. Да ну что, один кавказчик всех завалит? Да что ж такое-то, чуваки? Дэйв, я не знаю, муха 0.5, давай! Завалите кавказчика. Муха 0.5. Нет. Да, походу мы проиграли. Ну ладно, ничего страшного, бывает. Давайте добивайте Дэйва. Все. Проиграли мы, к сожалению, но Корва мне, кстати, понравилась. И у нас второе место по команде. Хотя я быстро слился, я второе место. И почти даже первое, у нас бот первое место занял. Ну, классно играем, короче, классная тима, особенно я. Ладно, погнали дальше. Все пишут, говорят, обязательно посмотрю этот обзор на Корву. Вам, я думал, интересно будет, какие-нибудь реликты я снимал, легендарки я снимал. Я понял, что вам интересно. Вам интересно, как я страдаю, да, вот на этих всяких оружиях, которые, ну, не особо мне нравятся. Вам это нравится. Ну, ладно, в принципе, давайте кататься, я вас понял. Тут человек 10 я уже написал, и в Ютубе, и здесь вот в личку мне пишут, о, на Корву сделал, решил обзор, да, красавчик, буду смотреть. Вот так вот забавно выходит. Так, дайте хоть попасть, что ли, успеть. Ну так-то, я говорю, без хойеров не нравится. А под с хойерами мне вообще ничего не нравится. Так. Вот так вот настреливаем. Один патрон не выстрелил. Давай, фигачим его. Есть, у него какой-то странный крафт. Вот называется «Раздолби меня». Смотрите, кавказы просто отлетели все. Так. Вообще странный крафт максимально. Я просто отхожу назад и все. Так, он еще кто-то там едет. Уже... Ой, вот это я... Вот это уже страшно, это уже кулики. Хотя он что-то уехал куда-то, видимо. Понял, что они отлетят быстро. Но с базы, кстати, захватывают. Союзы, давайте подтягивайте сюда. Ой, гренадер, нет. Нет, отходим. Я один ничего не сделаю. Союз, давайте, помогайте. Помогай. Аккуратно. Так, да... Да блин, не попадаю. Ой, он там еще и квазар. Аккуратненько так подходим. Настреливаем аккуратно. Надо вон того забрать. Да, чувак, я понимаю, что тебе нужна помощь. Ну, ё-моё, тут мне тоже нужна сейчас помощь будет. Нам всем хана. Так, ну базу, ну союз, ну базу-то, блин. Короче, я не знаю, что нам союз думал так долго. Но у нас еще и базу захватили. У нас какое? У нас 4-е место по команде. Погнали в последний бой. В общем-то, в принципе, на удивление, я вообще не ожидал, что мне вообще это будет, но, в принципе, мне Корва понравились. Именно на колесных крафтах, о, я думал, чувак там уже упал, нет, он там спустился просто, чувак решил это, упасть, но на, а это вообще декорация, я думал, это чувак перевернулся, классно, так. Вот хайрастов именно самих на колесном крафте разбирать классно, но когда ты сам на хуерном и когда ты не умеешь на них играть, то вот это уже печально. Нет! Вот там союз наш упал, я решил его поддержать его направление и за ним прыгнуть, но все-таки не спрыгнул, это хорошо. Так, давайте догоняем. Да, гоняй! О, привет. Ну как он мне так именно хуер-то подцепил-то, а? Вот как так может быть? Отстань от меня, чувак! Есть, вообще у меня хойер там гнется, что там только с ним не происходит. Так, вот это все, это я приехал. Так, вот так вот хотя бы повернуться. Что у тебя там? Есть, я его грохнул, я ему что-то там зарядил куда-то, он взорвался. Вот, прикольно. Это было забавно. Ты-то что за крафт такой? А, это этот, который донатный фантом, по-моему, называется. Колеса так же стоят. Давайте последнего забирайте, он на С. И где он? О, классно, чувака, тут огрызок остался здесь у нас. Ну, кстати, союз-то у нас такие целенькие. Вон, давай, догоняй, давайте подождем уж. Тут чуть-чуть ему осталось жить, я так понимаю, да? Все инвалиды такие ржачно. Давай. Давай, спрыгивай, враг. Не догнать не могут. Сколько их тут? В пятером не могут догнать одного. Ну, классно.
Они причем еще долго будут за ним гоняться. В общем-то, не знаю, Ладно, не буду даже перематывать. Все, он приехал, наконец-то его поймали. Точнее, он сам приехал, его поймали. Ладно, победа у нас. И у нас какое? У нас 4-е место по команде. Кстати, 941 очко за бой, я считаю, неплохо для того, что я катаюсь на хуэрах. В общем-то, что скажу по оружию? Мне оно понравилось. Прям удивлен я. Думал, фигня фигней. Нет, все-таки даже мне понравилось. Именно на колесных крафтах, на хуэрах, ну, это хуэры. Для меня это просто это что-то с чем-то. Но оружие, кстати, вот корва достаточно интересное. И кататься на нем можно. Корва, оно у нас... ты где корва? 430, ну 440 золота оно стоит. В принципе, можно покупать, если вы хотите что-то нового. Вот. Но пишите в комментах, как вам эта корова. Вы хотели, я вам сделал обзор. Ну, на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока.